Политическим беженцем я бы его все-таки не назвал. Человек принял решение самостоятельно уехать из страны, потому что ему не понравилось внимание к своей персоне со стороны следственных органов, которые, в общем-то, действовали по ОПК в рамках российского законодательства. Его право в данном случае выбирать место для своего жительства, но, слава богу, в стране пока никто никому не запрещает выезжать, кроме определенных групп граждан, которые с погонами. Поэтому в данном случае, честно говоря, на мой взгляд, этот конфликт там сильно очень раздут. Я с уважением отношусь к научной деятельности Гуриева, я читал некоторые его публикации, и они на самом деле достаточно интересные. Вот. Но конкретно в этом конфликте, мне кажется, он несколько перегнул палку. Во-первых, я почти уверен, что ему в принципе ничего не угрожало, насколько я понимаю. Я посмотрел материалы, там, которые следственные органы собирали, но там не было никакого состава уголовного дела против него. Вот. Во-вторых, ну, в целом, ну, как бы это нанесло определенный ущерб в целом имиджу страны, это плохо. И, на мой взгляд, причин для подобного, ну, как бы причины, они не вполне адекватны.